Жизнь в каждой капле. В канун Всемирного дня донора к доброму делу подключились сотрудники Курской госавтоинспекции. Обеспечить правопорядок и в какой-то степени здоровье населения. Мобильную станцию переливания крови неравнодушные полицейские посещают с завидным постоянством. То у нас детям сотрудников надо было сдавать. В прошлом году сдавал племянница, рожала, и там надо было сдавать кровь тоже. Ну, то есть, как бы, не в первый раз. Ну, надеюсь, что не последний, потому что крови, как говорится, ее много, не жалко. Ежегодно в переливании крови нуждаются более миллиона россиян. Стать донором просто. Мобильная станция переливания ждет посетителей каждый последний день месяца в центре Курска на Театральной площади.